А в Актюбинской области братья Кужениязовы пытаются вернуть себе честное имя. После теракта в Актюбе их фамилии и фотографии оказались в списке террористов. Позже силовики признали, что это была ошибка, но для братьев она стала роковой. Сельчане сторонятся мужчин и не верят в их непричастность. Теперь Кужениязовы подали в суд на ДВД и требуют восстановить их репутацию и выплатить им 10 миллионов тенге. 43-летний Самат Кужениязов намерен восстановить свое доброе имя в суде. Вот уже два месяца, как они с братом вынуждены мириться со славой, если не террористов, то их пособников. Даже односельчане теперь на него косо смотрят. Приходится носить очки. Никому не пожелаю пережить такое, нехорошее такое состояние. Больше всего боюсь за будущее детей. Дочь должна закончить школу, сын в армии. Думаю, как бы не навредила им вся эта ситуация. Измучился не только я, вся семья. Мать ослепла от переживаний, супруга и дети. Всем тяжело. Теракт 5 июня в Актюбе поделил жизни братьев Самата и Саната Кужениязовых на до и после. Хотя они находились в это время за 300 километров от гущи событий в своем родном селе. На следующий день односельчане принесли им ориентировку, в которой Самат был в списке разыскиваемых, а Санат в числе ликвидированных террористов. Уже после стало известно, что в этот список, помимо настоящих преступников, попали и невиновные люди, среди них даже школьник. Они были на приеме у Сисемина Серика, как поясняет брат другой. Санат, да? Санат. Он, говорит, был у Сисембина Серика, который пообещал разобраться и приехать в поселок, провести разъяснительную работу среди сельчан. Поэтому, не дождавшись извинений, они обратились в суд. Только теперь одних слов опровержения мало. С ДВД они намерены взыскать ущерб в 10 миллионов тенге. Тем временем в силовых органах говорят, что не могут отвечать за ложные ориентировки, а распространителей все еще ищут. В связи с тем, что вы появились в ориентировке, вы вызывались в органы внутренних дел в качестве подозреваемого в совершении тяжкого преступления, особо тяжкого преступления? Я не исключаю, что иногда могут попасть человек, как на которого кого-то оговорили. Если человек попал и доказали, что он к этим вещам не причастен, то, естественно, мы его отпускаем. Ну, если человек после этого подает на нас суд, ну, значит, суд разберется. Самат Кужениязов уверяет, что и он, и брат никогда не имели ничего общего с радикалами. Но каждому этого не объяснишь. Процесс начнется через неделю. В случае, если братьям удастся выиграть процесс, деньги они потратят на восстановление здоровья. Самат уверяет, что из-за сильнейшего стресса у него появились боли в сердце, давление. Кроме того, братья намерены вернуть зрение матери, ослепшей от переживаний. Эльмира Ижанова, Слыхан Бекенов, Информбюро, Актюбе.